Мы понимаем так, что мы украинцы, мы в составе Украины, и нам ничего не надо менять. Нам не надо было смена власти, ну, вернее, смена ориентиров наших. Нам не нужно было там, мы не ждем русского мира, потому что понимаем, что за этим последует. Как мы будем жить и работать. Мы за 30 лет независимости поняли, что есть, перед нами открылся весь мир, перспектива Европы. Пускай не близко, но уже перспектива, она реальная. Для нас сделали безвизовый режим. Нас воспринимают как государство, да, интегрированное в Европу.